Итак, всем доброго времени суток. Продолжаю играть в фишинг, атомный фишинг. Несколько дней я не записывал эту игру, просто играл, ну, в свое удовольствие. Вот, уже многое здесь разобрался, многое здесь нашел. Уже даже несколько турниров выиграл и получил за это припасы. У меня даже с прошлого улова осталось. Экипировка, в принципе, у меня сейчас то же самое осталось, как и была. Единственное, что это я наконец-то себе собрал спиннинг. В одной из там каких-то дней вначале я выиграл само удилище, вот этот поводок и несколько видов блесны. Остальное я крафтил. Я крафтил себе катушку и я крафтил себе леску. Собирал ресурсы и из них делал вот эти предметы. Вот. Но, честно говоря, на спиннинг мне не очень понравилось ловить. Я думал, будет как-то более интересней. Как-то, ну, мне вот больше нравится на обычную удочку ловить. Вот. Единственное, что на спиннинг вам не нужна приманка. У вас просто блесна какая-то. Вот, например, вот, ну, пока что у меня такие стандартные блесны. Я новые пока не могу скрафтить. У меня нет нужных ресурсов и нет нужных знаний, потому что тут знаний крафта. Поэтому я использую стандартный, который вот мне тогда дали, и все. И вот, единственное, вот, что не нужно, вот, наживку. Вы просто закидываете и потихоньку подматываете леску, и какая-нибудь рыба поймается. Я, кстати, первый раз поймал на спиннинг эту щуку. Дважды я щуку ловил. Вот, и в итоге на спиннинг я поймал 7 рыб. У меня даже в стиме там ачивка есть поймать на спиннинг несколько рыб, и там показано, сколько я это сделал, сколько я поймал этих рыб. В данный момент у меня, сейчас я немножко потише сделал, то чуть-чуть громко, я прям вообще не слышу. Потише сделаю музыку. Так, что она, потише? Нет, что-то она не хочет. Сейчас мы тогда сделаем по-другому. Мы сейчас на мост перейдем. Сейчас она обработается, запишется. Сейчас должна сработать. Вот здесь уже работает. А там она... Да, а там она почему-то не срабатывает. Вот, что хочу сказать. Уже давно у меня висит вот это задание, уже, наверное, несколько дней, наверное, даже неделю, я примерно неделю не записывал. Вы еще смотрите мои предыдущие, так сказать, прохождения этой игры. Вот. И все никак не могу вот поймать эту густеру, но это трофей. Трофей поймать сложнее, чем обычную рыбу. Красноперку и окуню я уже нашел давно. Сначала окуню поймал, потом красноперку поймал, и вот остается густеру. Густеру, ну, никак она не ловится. И так, и сяк, и вот уже много-много дней я все пытаюсь поймать эту густеру. Вот, это такое задание, которое никак не получается у меня выполнить. Вот, ну, я как бы уже более-менее научился здесь играть, кое-что там забрался. Вот, значит, где у нас тут с Настей. Медицина. Себе нашел, кстати, как пожарить еду буквально вчера. Я вот ловлю густеру в протоке, там просто на улице. Вот, и думаю, дай-ка я подойду к этому костру. Я думаю, он бутафорский. Оказывается, если нажать вот на котелок, то у вас появляется здесь... Вы можете здесь сготовить еду. И так как у меня было много филе, я сходил, купил соль. Она 100 банок стоит 3 атома. Денег, как видите, у меня уже достаточно, я могу пошиковать. Вот, 100 банок, 3 атома, и я филе рыбы у меня было, я делал уже филе рыбы. Я уже познакомился здесь с торговлей. Уже некоторые моменты продаю, которые мне не нужны. Например, ту же филе иногда продаю. Вот, и вот так как у меня это все было, я вот себе такой скрафтил. То есть можно даже припасы тоже так собрать. Вот.
не только выигрывает на турнире, как раньше я думал, что только их выигрывает на турнире, а вот теперь можно и... Я теперь знаю, как их можно сделать. Единственное, что у меня нет многих компонентов. Например, тыквы у меня нет и... дико лук. То есть нету, то есть, ну, такие моменты. Вот уху могу сделать, купить воды, ну, филе рыбы это можно сделать, и, я так понимаю, еще требуется 2 ерша, а у меня 1 ерш, от 100 грамм до 200 грамм. То есть, и вы, когда вы сделаете это блюдо, если вы его съедите, у вас будет вот этот вот эффект при использовании, то есть, будет такой как полезный эффект. Ну, также остальные тут какие-то предметы. В общем, такая интересная штука. Вот, вот здесь я, ну, в протоке она как раз вот эту густера ловится. Она ловится здесь, мало, но ловится. А трофей пока не ловится, пока я не могу закончить с этим трофеем. Вот, но сегодня я хочу все-таки, так как у меня, в принципе, много уже припасов, тут я накрафтил, тут вот некоторые предметы обнаружил, что... Здесь есть предметы, которые, ну, вот, допустим, вот такие, как синтетика, это ресурс. Вот я две шпульки скрафтил. Подшипник тоже скрафтил на будущее. Вот предметы, например, пластик за выполнение задания, либо вы их вылавливаете иногда с рыбой. Также здесь есть в игре, что, например, вот мусор для переработки. То есть вот если я правой кнопкой вот переработать, и что из этого мусора я получил один пластик. Вот можно переработать. Вот один пластик я получил. Также вот, например, вот такой компонент. Из него я могу получить растворитель, болотный мох и запчасти. Иногда одна штука. Тут, видимо, рандом, что ли. Какой-то возможно, да, возможно. Короче. Например, вот давно вот эту деревяшку поймал. Еще в самом начале, там, когда-то там, в первых днях моего... выживание в этой игре. Тоже вот, например, пиявка, тут смола, личинка. То есть, ну, опять же, написано вот когда всегда, иногда, редко. То есть какие-то моменты. То есть, так что вот, возможно, в будущем я все это дело переработаю. Композит А, кстати, хорошая штука. Я вот ее крафтил, чтобы создать себе предметы. Переработать. Вот тоже вот можно вот. Это у нас что? Это у нас лак. Тоже. В общем, такие предметы, которые имеют вот такой значок переработки, то есть вторичка. Можно их переработать и нормально. Так что вот такие дела. Так, ладно. И я хотел, конечно, сегодня под запись, так сказать, этих монет у меня уже 30 монет. Я уже тут много трофеев наловил. Вот. Я хотел. У меня был когда-то один, то есть я трофей выиграл, и один вот припасы использовал. Вот, но потом уже стало побольше, потом еще я трофей выигрывал. Вот, и вот это вот уже трофей отдельно, он звездочка помечен, то что я его выиграл. Вчера поймал какой-то носок рождественский или что-то такое. Я его точно так же открыл, вот правой кнопкой мыши, там открыть, и из него как раз вылетели 5 припасов. И из второго носка, я 2 носка, там носок еще что-то было, тоже рождественское. Вот, какая-то карточка вылетела. Активного обучения 50% дает бонус к получаемому за вылов рыбу опыту на 2 часа. Ну, короче, такие бонусные предметы выловил, как говорится, получил. Вот, и опять же 5 припасов еще получил. Помимо того, что у меня еще 6 есть, еще 5 дополнительно. Вот они, эти наживки, которые я получил в тот раз, когда какой-то тоже ящик открыл, и там вот эти наживки пошли. Какие-то я уже пользовал, тут даже видно прочность немножко меньше. То есть вот эти вот все наживки, плюс вот это я получил в том ящике, когда получил компоненты для спиннинга.
Вот, что тут еще? Крючки тут уже, вот, да, вот какие-то крючки уже совсем сломанные, почти. Так, ну, а больше-то у меня почти ничего не поменялось. Я все тут ловлю, пытаюсь эту густюру никак не могу поймать. Ну, давайте посмотрим. Вот здесь я, кстати, вот где-то здесь я тогда ловил щуку именно. Давайте ее половим немножко сейчас на спиннинг. Он закидывается очень далеко. Прям тут радиус такой достаточно далекий. Вот, оп. Тут потом скорость прокручивания лески или как бы подтягивания. То есть я самым минимальным ставлю. Так, слетело, надо еще раз скинуть. Вот, все, оно закинулось. И вот я начинаю крутить. Можно вот так даже отдалить. Вот, и вот я потихоньку так кручу. Я постоянно держу кнопку. Тут же вот даже видно внизу вот этот значок, что крутится леска. А по эхолоту видно, как по дну идет крючок с блесной. Вот, и если правой кнопкой дергать, то, точнее, поворачивать, вот, я сейчас поворачиваю просто, вот, как обзор, то он вот за мышкой может повернуть удочку, то есть вверх, вот так вниз, влево, вправо, то есть, вот, ну, вот так вот, такая вот очень медленная такая рыбалка, но, честно говоря, я думаю, будет как-то более подинамичнее, потому что мне... Обычно это рыбалка с обычной, так сказать, удочкой. Сидишь, ждешь. Потихоньку там бывает ловится. Бывает часто ловится. Прям вот прям закинул, секунда прошла, оп, уже клюет. Закинул, секунда прошла, уже клюет. А бывает наоборот. Закинул, бывает даже целый час сидишь и вообще ничего не ловится. То есть вот по-разному. То ловится, то не ловится. Вот, заметил еще такую фишку, что как бы с уровнем, с вашим, с возрастом, чем больше у вас уровень, тем дольше рыба ловится. То есть она именно не клюет дольше. То есть если попервам, когда вы стартуете, первые несколько уровней, у вас прям клюет одна за одной, куда бы вы ни закинули, что бы вы ни посадили, но в основном только либо... червяк какой-нибудь, либо там хлеб. То есть обычные такие предметы, которые, то есть приманки, которые дешевые. Но тем не менее, даже сейчас я на них бываю закидываю, и ничего у меня не ловится на те же самые стандартные приманки. А когда вы более, так сказать, молодой еще, неопытный, у вас прям один за одним прям идет. Только и смотришь, как... Даже вот я вот смотрю, вот я, например, ловлю, на мосту, например, стою, приходят новички, первый, второй уровень. И я стою, жду. А у них, как я вижу, прям оп. Да, мальки какие-нибудь мелкие, мелочь идет, но все равно она клюет одна за одной. То есть прям вот они кидают, вытаскивают. А я стою, жду. Хотя у меня опыт выше, уровень выше. Все там у меня уже прокачано повыше, и снасти более-менее такие, ну, скажем так, не первого уровня. Вот, и тем не менее, я очень долго это все жду поклевки. Бывает и одну приманку положу, вторую положу, третью, четвертую. Уже думаешь, да что ж такое, прям бывает даже и сервер меняю, потому что, ну, вообще не клюет ничто, ни на что. Я ни раков не ловлю, ну, то есть я... И раков пытались поймать. Ничего не ловится. Вот. А у новичков, пожалуйста, у них клюет. Но это, видимо, такая вот замануха, когда вы начинаете играть, чтобы конкретно вас погрузить в эту игру. Сейчас уже все, конец. Сейчас домотаем. Вот, чтобы вас, как говорится, поглотить, чтобы вас захватила игра. Нет, ничего не поймалось. Ладно, тут можно долго так ловить. На спиннинг. Так, погоди, убирай. Вот такие дела. Так что вот можно вот тут, кстати, вот я вот люблю здесь ловить, не знаю, что-то мне как-то это место понравилось, вот это дерево, вот этот корень как-то мне больше здесь нравится ловить. Давайте еще раз попробуем на спиннинг, вот туда закидываем эту протоку.
Я вот здесь как раз две щуки поймал. Может быть, сейчас что-то поймал. Именно вот на эту приманку. На предыдущей приманке, по-моему, там мелочевка какая-то сыпалась. Ну, в общем, вот, вот так вся вот игра и проходит у меня тоже вот. Подтягиваем потихонечку. Вот сосед что-то поймал, вот у меня там крупное. Он подсекал. Ну, кстати, посмотреть. А, вот так вот, как говорится, от второго лица или от третьего. Сейчас вот это, если ничего не поймаю, то пойду. Я хочу с вами прям под запись. Так сказать, перейти на другую локацию. Я вот сам там не был. Я только смотрел видео, что там, какие места там есть, что меня там ждет. У людей спрашивал насчет того, что сколько нужно припасов. То есть могу ли я перейти на ту локацию, если у меня, например, одна только. У меня в тот момент у меня реально была одна пачка припасов. И я не знал, смогу ли я потом вернуться сюда без припасов. Но народ говорит, что можно так. То вы можете вернуться на локацию, на первую локацию, которая вам доступна, там, где нужна одна штука припасов. Самая, скажем так, ну, сейчас я вам покажу, сейчас вот вытащу. Да. Вот, так что. Вот, сейчас у меня их много припасов, я, в принципе, не так сильно боюсь их потерять. Я знаю, что их можно купить, их можно выиграть. Можно в ежедневных вот этих заданиях выиграть. Вчера вот я видел, уже были такие варианты. У меня просто уровня еще развития с убежищем еще недостаточно прокачанный, я так сказать, репутация моя. Но я ее качаю потихоньку, уже там немножко осталось до, я какой-нибудь дружелюбный или какой-то там уровень. Поэтому сейчас немножко осталось уже докачаться там. Ну вот, вот это вот задание на густеру никак не могу выполнить, на трофейную густеру. Уже, ну, наверное, уже дней, наверное, 5, наверное, точно я не могу эту густеру поймать, потому что я выполнил то задание на этот иристый дракончик. Потом там еще было какое-то задание, я не помню. Или не было, я уж не помню. Ну и в общем, вот это вот задание поймать именно трофей. Трофейные вот эти. Вот, и вот, вот оно никак не могу, даже не получается мне поймать. Короче, ладно, ничего тут нет. В общем, ладно, пойду я туда, куда я хотел идти. Вот. Так, сейчас я... Мне только надо рыбу тут. А, вот у меня, кстати... Ёж есть, он трофейный. Это я его, наверное, сдам. Я его сдам. А теперь вот знаю, что вот сюда надо сдавать трофеи. Ой, у меня так много трофеев, я и не знал. Так что все сдаем, все трофеи. Вот. Трофеи нужны, чтобы покупать на них рецепты. Также они в крафте нужны важных предметов. Вот. Также ты интересный момент обнаружил потом уже какой-то, после записи, какой-то день. А то вот эти антирадины я покупал у людей на этом, на аукционе. Когда у меня они заканчивались, когда мне не хватало, когда я илистый дракончик пытался поймать. А где-то тут они, медицина, где у нас медицина, вот она медицина. То есть у ребят, а, вот они. О, даже сейчас выше. То я покупал по 4. А там одна штука стоит. Вот. Да. В этом лоте 15 штук. А, ну это 15 вот этих таблеток, я понял. Короче говоря,
не видите на эту лохотрон, как говорится, а покупаете здесь эти антибиотики, либо дают бесплатно вам доктор одну пачку этого и этого, по-моему. Точно, аптечки я не помню, сколько он дает, но это точно одну дает. Можно, кстати, к нему сейчас зайти, посмотреть, сколько он мне даст. Мне вот как раз половинка, надо подлечиться. Так, сейчас я посмотрю, у меня есть рыба. Ему, так, он кило 400 есть. Я вот тут специально держу, специально, если я, ну, запасной, так сказать. Также у меня еще есть здесь вот в этом холодильнике на 900. Наверное, я вот эту заберу, наверное. А на... Так. Могу и возьму. 1400. А, тут почти одинаково. Вот эту я ему отдам. Точнее, наоборот, положу в холодильник. Вот, а на эту я вылечусь и заодно посмотрю, сколько он даст мне. Сколько он дал? А, ну по одной штучке, видите, он дает и того, и того. Вот, он у меня вылечил. Теперь у меня... Ну, теперь надо вот эту, которую я тут перекинул. Где она будет? А, ну у меня осталось, я понял. Все. Вот, сейчас надо будет мне здесь все раскидаться. Уже открыл вот предметы тоже новые. Выловил, это я не покупал, это я выловил. Вот куски рыбы, филе тоже вот. Из него делаем. Так, куски рыбы. Ну, куски рыбы, наверное, я продам. Да, наверное. Сейчас сделаем. Все остальное на фарш идет. Я уже рыбу не продаю, потому что это мне на данный момент невыгодно. Он берет рыбу за копейки, а мне нужно вот либо рыбный фарш делать, либо какой-то предмет для биомасс можно еще сделать. Вот так что так и делаем. То есть, ну, вот на этом верстачке я скрафтил вот эти предметы. Пока первого уровня, тут еще говорят, можно вот так прокачивать. Вот так. Но это нужно специально вот эти предметы крафтить, чтобы у вас рейтинг поднимался, то есть чтобы вы могли более, так сказать, лучшую конструкцию делать. Но на данный момент, на тот момент, когда я крафтил, я этого не знал. Да и у меня все было все по одной. Вот, поэтому это сейчас вот даже вот, например, компенсация. Одну шпульку добавляю, уже компенсация выросла. То есть вот такое дело. Ну и вот это то же самое. Тут все можно так прокачать. Вот, так что таки делаю. Шпульку еще могу сделать одну. Мне вот, кстати, ремонабор надо делать. Удочки. Катушки. Хотя, наверное, особо пока это мне не особо важно. Да, кстати, репутацию давайте посмотрим, что у меня там по репутации. Ну да, совсем чуть-чуть уже осталось репутацию поднять. Так, вот, можно, кстати, себе сделать мутамасу. О, нет, мутамасу я оставлю. Тогда ладно, тогда не буду. Химпласт, вот там лучше химпласт сдам. Это полезней. Аптечка. Кстати, аптечки можно, наверное, продавать, хотя... Давайте создадим. Эту вытяжку я нашел, поэтому можно и сделать. Так, дальше. Что я хотел? Биотоплива у меня пока нет. Вон это, да. Ну да, все. Так, ну что, я пустой? А, у меня мелочь осталась. Я выловил эту мелочь. Сейчас мы ему отдадим эту мелочь. Сейчас я посмотрю, что в сундуке у меня тут. Креветка тут есть у меня. Так, помягче.
Вот эту наживку я, наверное, буду продавать на аукцион. 91. Максимальная 1, минимальная, средняя вновь у меня стоит цена. Того получим. Если вот так сделать. Это аукционный сбор еще. Давайте вот так отправим. Тут еще 3 потроха можно отправить. Минимальная 4, максимальная 6,5. Да, что-то. Давайте-ка пятерочку сделаем. Посредничку сделаем. Итого я получил столько атомов. Так, просто ту приманку, которую здесь у меня почему-то на нее ничего не ловится. Так, сейчас мы тогда кубики еще возьмем. Червей можно взять. Тут тоже можно взять. Так, еще надо купить что-нибудь. Так. Что мне нужно? Сейчас я гляну, что у меня есть. Перловка есть у меня. Так, перловки нет, надо перловку взять. Перловка хорошая штука. Так, давайте еще возьмем. Сытный кубик. Сейчас посмотрим. Да, вот эти вот надо мне убежище героя, то есть надо сделать. Точнее получить. Так, в чем червей, червя, тесто. Перловка, парыш. Так, а вот мотель. Я думал, куда он делся, мотель. Мотель есть. Ну и ладно, и все, нормально. Я надеюсь, что я там что-то смогу купить. Ладно, тогда все, у меня тут все есть, да, у меня. Так, провод есть. Предметы пригодятся еще, припасы есть. Крючки, ну ладно, крючки, ладно. Все, ладно, пойдемте. Пойдемте тогда. Собственно, вот. Карасиный пруд, первая локация, которая была доступна мне. То есть я на нее вообще не ходил. То есть хотя мне уже и вот это доступно, потому что у меня много ресурсов. Но я пойду сюда. Так что вот, вот такие дела. Это как бы такая, скажем, условно глобальная карта на другие локации. Ну что ж, отправляемся. Как интересно это происходит. Так, перешли мы на новую локацию. Первый раз я здесь, на этой локации нахожусь. Очень интересно будет мне, как здесь и что. Так, здесь уже вижу крафтный стол. В принципе, такой же, как и там, да? Да. Снасти. О, вот здесь уже снасти другие можно купить. Интересно. Да, о, вот это точно, вот это вот интересно. Катушки, лески, уже крючки, смотрите. Всякие поплавки. Вот это понятно. Так. Вон, медикаменты уже здесь. Ну, еда, медикаменты. То есть завтрак туристы. Принесли. Прикормы тоже. Там у нас только одна приклам. Доступна универсал. Макарпа, наверное, вещи. Короче, интересно. Это у нас столик. Понятно. Здесь у нас никто то же самое. Здесь сундук. О, он синхронизированный. Я думаю, в каждом локации свой сундук. Это хорошо, что его, кстати, можно расширить. Кстати, это сколько клановщика у вас есть? Ну, а, это специальные жетоны нужны.
А, это надо обменять 20 и получить 1, понятно. Нет, тогда нет, не надо сейчас. Вот, и, собственно, торговец. Такой рыбный торговец. Сейчас уже здесь в таком интересном... здесь доктора нет. Смотрите-ка. И рыбка такая. Интересно. Рыбный торговец. Здесь доктора нет. Где бы прям... Вот здесь. Здесь закрыто. Ну, вроде как туда можно зайти, давайте посмотрим. Странно. Здесь получается доктора, что ли? Там кто-то еще вот есть, может это доктор? Нет, это, наверное, который дает квесты, скорее всего. Да, это дает который квест, но на это я с ним потом разберусь. Это у нас система спас. Служба доставки. Это у нас объявление. Вот ежедневки, кстати. О, кстати, здесь уже жетоны эти дают. Поймать плотва 8 кило... Ну да. 8 килограмм платовые, жетон и репутацию дают. Еще карп, червя и, 34 килограмма, 2 карпа дают, 34 килограмма выловых. Это очень много, мне в мои карманы не влезет. Ну да, тут вот и всякие есть вот. Ресурсы. Вот на ресурсы. Пластик. Ну тут уже видите, дружелюбный герой нужно статус у нас. Ну, вот тут герой тоже карту нужно, это понятно. Это мне здесь недоступно. Вот картофель. Говоль надо поймать. Понятно. Доход. Что у нас с доходом? Ну так себе. Доходом. Ну, короче, я понял, как здесь все. Тоже здесь другие задания. Так, это у нас, это понятно, это если торговля. А это вот что такое зелененькое? Вот. За зону такая. А, это типа на уровень. Так, а я могу... А, это туда. Низкий уровень. Типа туда, да? Интересно. Ой, что-то радиация там. Запиликала. А, я так понял, что... Вот оно. Сейчас я вот попробую туда. Это, наверное, в убежище. Наверное, так что ли? Как тут? Там, кстати, тоже можно готовить рыбку. Ну-ка. А, убежище. Да, стоимость 0. Отлично. Отлично. То есть я могу бесплатно вернуться домой. Это хорошо, потому что я не уверен был в этом. Конечно, сказали, ребята, ну знаете как. Доверяй, но проверяй. Вот такие. Кстати, карту я хотел посмотреть, да. То есть я сейчас вот в лавочке нахожусь, ферма. А, да я вот тут, короче, я понял. Тут река, северная болотистая яма. Ну, пойдемте посмотрим, какой здесь уровень рыбачит. Так, здесь у нас 21 уровень. Ну, радейка, я хочу сказать, здесь так хорошо бьет. Хотя, вот, ну, то же самое здесь все, да. 19. О, тыква, о. Давайте-ка возьмем тыква, ну. Так, что-то не хочет. Вот так, от третьего лица. Вот тыкву. Нашел тыкву. Обычно так и картофанчик денег найду. Интересненько тут, конечно, народ.
Вот еще тыква. Ну, что там не хочет так брать? Первое лицо. О, здесь 39, смотрите. Больше, чем в этом. Хотя там тоже достаточно сильно бьет. Там где илистый дракончик. 20 уровень, 15 уровень. Край золотой. Сейчас вечереет. Тут, кстати, есть фонарик. Вот, нажимаете букву Z на клавиатуре. Или П английская. Вот, кстати, еще что-то есть, что-то такое. Кротовина. Вот так. О, 19 червей навозных нашел. Ну так, симпатично здесь, вот такие места интересные. Интересно. Кстати, как-то можно было закрыть. Какая-то кнопка, ну ладно. Я смогу здесь перейти, нет? Нет. Не знаю, сейчас. О, еще что-то. Не мой колено. Очков опыта. Жука нашел. Дальше. А, туда не перейду, это закрыто. Все равно. Я думаю, я смогу перейти вот так с озера это. Если не перейти, значит, только с той стороны, скорее всего. Ладно. Давайте посмотрим вот здесь тогда что. Такие здесь поля, туман. То ли солнце, то ли луна, непонятно. Здесь сколько? 29 радийка. Так, а куда мне идти? А, туда. Ну, здесь такая река, я так понимаю, да, по карте. Интересно, что мне висит, по-моему, вообще. Давайте, наверное, на хлеб попробуем. Просто посмотреть. Ну-ка. Вот течение, смотрите, здесь течение, надо же. Типа плавок тянет. И реально прям надо нам на дно, получается, класс здесь. Ничего здесь такое появилось. Да, погодите-ка, я сейчас положу его, попробую на дно. Сразу опущу. Чтобы не тянул его. А то он плывает. Так, это он куда-то. Подниму, чтобы было видно. Ну давай, клюй. Вот, кого-то поймал. Карась, вот носок. Видите, сейчас синий носок, а то вот на днях красный. Давайте посмотрим, что в этом носке лежит. Надо вспомнить, где я это видел. Кстати, у меня тут дофига наживки. Так.
Нет, нет, одежды нет. А где я это видел? А, вот. То есть он временно этот носок, видите, у нас. А, он 41 день, а я вчера прочитал, думал, 41 час. Я его быстрее открывать. А он, видите, он 41 день. Но я все равно его открою. О, универсальная аптечка большая. О, здорово. Тоже пригодится. Ну, вот такие вот моменты. Ладно, поймал одну рыбку. И на сколько там? На 100. Мало, не поймал. Давайте еще поймаем. Так, утонул. Давайте-ка попробуем поднять какую-то мелочевку. Крупная плотва. Ну, тоже нормально. Ладно, пойду я по делам. Я вообще на разведку прошел посмотреть. Прогуляться. Скажем так, ловить рыбу я здесь буду потом. Не сейчас. Кстати, а если на спиннинг? А, на спиннинг лучше днем, когда ночью на спиннинг, говорят, лучше не надо ловить. Ну, просто процент ловли будет меньше. Так, давайте посмотрим, какой-то рыбачок. Какого уровня он? 31-го. Да, вот тут хорошо ловить, конечно, на мостике стоишь. И все ловится. Ой, так, рыба. А туда нельзя пройти, да? Это получается, я куда? Сюда иду? Или сюда иду? Так. Ну, я вообще по реке прошел, должен был быть уже вот здесь. Ну-ка, подари. Красивый провод. А, нет, это, по-моему, другая локация. Следующая получается. Да, я не могу пройти. Ну, в общем, вот так. Такая вот. Вот тоже мостик. А, фу ты, это тоже самый мостик. То есть просто она по-другому работает. Почему-то она на карте, она с этой стороны, а по факту я получается вот на этой стороне. То есть я же отсюда сюда прибежал, я должен был здесь оказаться, но я когда переместился, почему-то я вот сюда, то есть на этот вот мостик вот переместился, на эту сторону. Ну, это вот такие моменты. Ну, тут вот речка, она вот так идет, и сейчас до конца дойдем и посмотрим. Что, устал что ли? А, ты устал. Что такое усталость? Бегает, ну, хочет ловить рыбу из сил, но что у меня жена. Я не знал, что такая штука есть. Я всегда на шифте бегаю и никогда не уставал, а здесь вдруг устал. Спокойно, что там происходит.
Я надеюсь, мне быстрое перемещение будет доступно. Используйте энергетик. У меня только рыбка есть. Так. Давайте рыбку съедим. Сытость. Ну, регенерация. Причем, когда вот это нажимаем, вот это включается ярко. Так, тыкву у меня теперь есть, отлично. Не знаю, может жука падает. Я вон он там дома себе. Вот такие дела. Ладно, возвращаемся на ферму. Вот с доктором интересно. Непонятно, с доктором, кстати, вот у меня есть рыба, давайте посмотрим, что она. Класс. Ну, цены так себе. Что такие дела? Ой, здесь, кстати, еще тоже надо место на купать. Здесь это просто. Так, давайте-ка я тогда. Раз здесь все едино. Давайте вот это верну я. Он вернул вот это. Что еще можно здесь вернуть? Жука, наверное, нужно мне. Ну, пожалуй, наверное, все остальное оставим. Здесь там родилка. Дальше тесто, что ли? А, ну уже кто-то. Вот тесто, а, ну это не нужно. Наживки. Вода, вода, соль. Прикорм, мясо. Да. Давайте купим этот прикорм. Вот здесь хорошо нужно снасти купить какие-нибудь, те, которых там. Вот, например, бамбук, но одно удилище. У меня удилище второго уровня, у меня удилище. А это уже четвертого. 30 минут, кстати. Вес наживки вырастает. Выдерживаемый вес вырастает. А давайте купим, чтобы купить. Опять же, катушка здесь другая есть. Усиление 6%, фрикцион 5%. А, какой-то жетона уже не было. Леска опять есть. Пятая несколько есть. Крючки уже большие есть, пожалуйста. Ну то есть здесь есть много того, чего там нет на стартовой площадке. Ладно, давайте, наверное, я буду на этом заканчивать. Вот. Ага. Еще это встало. Ладно, да, на этом я буду, пожалуй, заканчивать, чтобы не очень сильно затягивалось видео. Вот. Если вам понравилось, ставьте класс. И увидимся когда-нибудь еще в игре. Может быть, даже в этой игре.